Циркумфлекс, брат. Так, что там у нас? Магнус. Я вчера на Магнусе сидел. Ну погнали, мид. На Магнусе. Hello. Let's go. Паки-каки. Ты откуда? Я из таверны. Вот какой таверны? Вот этой, по-моему. Или вот этой. По-моему, я из вот этой таверны, брат. Магнус у меня имя. Меня Магнус зовут. Понял? Что ты на руну не пришел сюда? Давай, брат, покажи, как надо руну забирать. Давай, брат, подскажи, кого тут надо опрокинуть на руне. Тебя озвучивать надо. Озвучивать. Ты давай иди отсюда, ты что тут забыл? Эй, ну тут замедления будут. Мне пофиг, я руну хочу. Ты зачем меня убил? Ой, сильный, а Деранг. Деранг сильный попался. Ладно, первую пачку тогда булим. Булим, булим. Так, руны не забрали, прикинь. А меня Руна зовут. Куда ты идешь? Ты отсюда. Тебе жопа грязная. Помыться надо. Что, вы меня вдвоем будете убивать? Давайте втроем, чё. Пятером приходите на мид. Я всех вас жду. Вы мои любимые. Меня Некр зовут. Давай, похиль меня, я знаю. Ты хочешь меня похилить? Спасибо тебе. Да пофиг, это же рофла игры, палец. Опять похилить хочешь, так мансит. Как дед старый, вонючий. Пойдет. Меня Магнус зовут. Магнус. Давай, брат, переагривай крипов. Ай, молодец. Подинайт не пробовал, дядь? Говорят, пробует. Ой, деду, как и все. Дай вот этого крипа. Найс. Что могу сказать? Уходит второй расходник. Че с жилплощадью? А че с ней? 7 миллионов даешь, жилье не даешь. Конские цены. Как же он меня любит на некре. Че там у тебя? Тангусики. Ой, какая умная. Смотрите на нее. И нахрен. Че, мне так впадло, не перекликивает еще. Да, иди похиль меня. Я всю игру тут буду на расходниках стоять, скорее всего. Что в миду руну забрали. Сейчас я его не смогу перехарасить. Подбайтить его немножко. Нет, ничего не нашли. К сожалению. Отстань от меня, да? Что ты хочешь? Ты и так фрифарм стоишь, кайфы. Иван, оно столько и стоит. И это при том, что это стоит тупо в тупую коробка, и все. Не более. Коробка, и все. Что там ману пьешь? Зачем она тебе надо?
Не нужна тебе она, это мана. Хорошо. Ласт, да, я думаю, это ластово. О, что это за лесной зверек? Ой, ты какой-нибудь, смотрите на него! Вау! Какой лесной бегун выбежал. Отстань, да. Тараканов не звали. Поехали, покатаемся немножко. Но сдохнет все равно. Хорошо. Пойдет, нормально переиграно. Земля, земля дорогая, бро. Не, это ластовая, серьезно говорю. Я не буду сегодня играть. Сорян, пацаны. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно полноценный день сделать отдых. Я просто сегодня должен был писать, и мне не получается писать, потому что света сегодня не было. Света нет, не могу я ничего делать. Без света как-то тяжело видео писать. Монитор черный почему-то, не знаю. Мне видео надо писать. Что там, пацаны, АФКшим? Ноль три. Что там, седьмой левел, дядь, да? Круто. What is it? Не стой, дай пройти, близ. Стоишь. Где работаю? В магазине работаю. Не обязательно надо вот меня вот так, да, вот делать. Зачем ты так делаешь? Хорошо. Все, кто перед домом теряются от друзей, работают родители. Все мои кореша перестали иметь время на все. Подумай 100 раз, заводить дом с землей или нет. Ну ты, черт побери, несешь, Иван. Что значит подумай, нет? Мне что, в квартире жить? Извини, я не домашний хорек. Я люблю и в гараже поковыряться, и грядку вскопать, в конце концов, в огороде насрать пойти. То есть это для меня норм. Не знаю, сидеть в квартире, в коробке, спасибо, нет. Это не мое, извини. Это ж бред тотальный. Сидеть в квартире, там, не знаю, пыхтеть в этих четырех стенах, вообще не мое. А вот какать на грядке я люблю. Вышел! Присел! Кайфанул! От жизни удовольствие получил! Вообще же пушечка, дядь! Вообще кайф! Ты чё? Кайф же есть, дядь! В огороде какать я люблю, как киндер-пингви. Киндер-пингви я люблю. Знаешь, что это песня, помнишь? Я, короче, решил подхиливаться. Ну, уйдет он тут. 40 маны. О, это кто? 4-й левел, иди отсюда. Живем же в квартирах, вроде 90% твоих зрителей из квартир. Нет, не факт. 50 на 50 минимум. Минимум.
Нет. Бетонных серых коробок. Вообще не кайф, дядь. Ты пришел мумит фармить? Вот забанить его хочу. Что за дебильность? Так, керри у нас нету, да? Хотя такой керри 0.3 нафиг он нужен, правильно? Я хочу дом очень, но я в том возрасте, что пора. А я, если что, не для тебя. Ты, видимо, домовладелец с детства, поэтому любишь же квартиру и все в основном. Ну да, я у бабушки всю жизнь жил в этом, в домике, да, по кайфу. Почему нет, я привык, да и вообще кайф. Гокик нафиг. Вообще кайф, почему нет? В огород вышел там, на черешню залез там. Прикинь, вот я сейчас пойду отстримлю в 11 часов вечера, я, соседи смотрят, а я на черешне сижу наверху. Потом ты оттуда упадешь? Это уже другая история. Падаешь оттуда. Прикинь, да. Прикинь, сосед выходит покурить на этот, на, ну этот, во двор себе. Смотрит на дерево, что такая-то суета, да, и такое-то. Вглядывается, а я такой оттуда. Прикинь, он такой. Побежал домой. Круто? Круто. Вообще по кайф. Кикните вы его уже! Зачем мы сидим ждем, я не понимаю. Нахрен он нам нужен, он все равно не играет. Бесит, а? Ой, Шудота вообще там. Пацана Шудота произошла. Кикай его, кикай, пока не отреконнектился. Нафиг он нужен. Слот и есть, полный карман, блядь. Чё вот это за дело? О, я понял, у тебя 6-й левел еще. Круто. Все, ну я пошел, меня вытесняют. Слот уест? Нету. Слоти нету. С чата уж тем более. Супруги, привет. Хороша, передам. Ее как раз дома нету. Бала сало дал. Бро, сильно не души, Баланар Сайленса даст. Жилье каждый год гаражает на 20%. Это еще мягко сказано, 20%. Ты че, я тебя умоляю, дядь. На все 120% уже подорожало. Если раньше однушку можно было за 2 взять, за 2,5... Ой, однушку, трешку за 2,5, 2. Сейчас однушка стоит 5. Круто. Мне кажется, круто. Круто. За бабки не знаю. Это ластовое у меня, я не хочу на, кстати. Поэтому за бабки вряд ли можно будет что-то придумать. Да уйди отсюда, от мина. Что он стоит тут, моросит? Сейчас заберет. Чайник в него кидай нафиг. Убивай его. Прикинь, разворачивается с кухни. Чайник берет, кидает. Не душит никто. Да душит. Почему не душит? Что у него там 500 маны? О, так это ж фражочек, по идее. Можно догонять. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Не хочу вот это. Эй, сам напросился, да? Иди отсюда! Что ты хочешь? Да убивайте его нафиг, он же бот. Все, молодец. Это кто там идет еще? Еще один крипчик. А, у меня скиверкада. Скиверкада. Удачи тебе. Спасибо, тебе тоже удачи. Спасибо. Главное, брат, успехов. Что он хочет от меня? Видел, да, что какой? Такой бежит, типа, я тебе сейчас дам, говорит, прогиба кину. А я взял и кинул его сам прогиба. Ладно, поехал я. Вот так вот ты. Ты мне смотри. Не то, а то что, а то то.
Вот и все. Чпау. Люблю тебя. Я тебя первый раз вижу. Я с первыми встречными не люблюсь. Извини. Если я обидел тебя. И отказали такому красавчику, да, говорит. Прости меня, любовь моя. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Оп. Сейчас на хосте некр бежит, дает свою палку. Кидает в меня и гг. Я ливаю нафиг. Я типа такой, да ну нафиг, не хочу. И все, и ливаю, прикинь. А он сейчас отсюда выбегает, короче, дает кнопку. У жены появились конкуренты. Люблю твой стрим, ты лучший. У моей жены нет конкуренции. Никакой. Ни муженская, ни мужской. Понимаешь? У нас в Краснодаре есть район новостроек. Называется Человейник. Окна кладбища подходят. А, нормально, нормально. Обожаю, люблю, практикую. Привет, Минск. Орлы на месте. И сосиска в тесте. Ля-л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 я. Братан, стоямба, домой отвесим. Братан на месте. Вот так вот доту играть надо. Учись, сын мой. Когда ты родился, сами леса Туапсе сказали, идиот. Какое место в рейтинге? 774 029 56 5 10 15. Место в рейтинге всегда топ-1. Смотри, как умею. Вот так умеешь? Называется лучший паровозчик. Куда ты бежишь? Ты в курсе? У тебя все, у тебя время вышло. Иди сюда, да! Ты кто ежи по жизни? И прогиба дам тебе. Не хочешь, как хочешь. Почему, бро, все 1К играют неправильно? Я 30 дней не могу апнуть свои ПТС 2К. Дядь, если ты не можешь апнуть 2К ПТС, то поверь мне, проблема не в тех, с кем ты играешь, а проблема в тебе. Я, наверное, 2К ПТС с закрытыми глазами апну. Вот если просто буду включать комбо, так садиться. Не добил кату, я слышал. Иду на речку. Вот я сейчас не смотрю, куда иду. По-любому на речку иду. О, на речке, я же сказал. И мне кажется, так я апну 2К ПТС. По руфлу. Смотри, что делает. Женщина. С прогиба кинул женщину, да? Прикинь, она в шоке была, да? Меня Магнус зовут! Да, когда залетаешь в толпу, даешь 5 хп. А, блин, надо видос сделать. Отвечаю, брат, еще будет. Хорошо. Ща мы сделаем, да, братцы? Ой, смотри, в меду ищкереевцы. Смотри, там что за гей-парады. А ну дай ему че палаху, смотри, мне тавр ломают. Вдвоем собрались тавр ломать. А че, на низу не варик сломать? На топе там. Где-нибудь еще. Челлендж 2К ПТС с закрытыми глазами. Я тебе говорю, это вообще пушка будет контент. Типа, знаешь, закатку можно 2 раза подсмотреть, куда идешь. Валейкум ассалам, настроение бугун хорошее. Но если один человек играет, а другие АФК фармят, умирают по одному, что делать? Ну, играть, брат, надо душить жестко. Душить жестко. 1К ПТС это много, брат. 2К ПТС это еще больше, запомни. Чем больше сила, тем больше ответственность. Дядя Бен говорил в Человеке-пауке так. Помнишь? Не удалось подвести его. Маршрутка уехала, брат, до свидания. Завтра заходи. Ой! Не добил, дебиль. Оп, есть. Хорошо, 12 даешь. Прикинь, каждый вечер аудиторию хены, как кивень залить. Человеки, покажи себе. Ой! Я прогиба сам себя кину, да, на видео одно. Можно спидрун делать до 5-6К. Изи вообще. Удачного, дорогой.
Давай, тебе тоже не болей. Главное, вкусности кушай всегда. Чем вкуснее, тем слаще. Пойдем делать вещи, пацаны. Меня Магнус зовут. На, вот так вот сделаю. Кто там виски Цуск у меня есть, да? Еще кто-то бежит. Че, пукаешь что ли? Не пукает. Руби! Вырубил. Второй еще. Меня. Ой. Паб играх. Паб игры, брат, это самое изичное вообще, что можно придумать в мире. Улему много, говорит. Рак Криса. Жаль сюда. Я сам тоже не про, но я норм играю. Да я тоже не про, но я норм играю. Сегодня позитивный. Я негативный всегда. Я сепия плюс черно-белый. Топорик выложи, потом ботл. Показываю, как обузит. Видели за обузилка? А теперь угадайте, что я только что сделал. Вот просто никто не догадается, как я, что я сейчас подобузил. Где ты там? Никто не догадается, что я сейчас сделал, пацаны. Вот отвечаю. Кто догадается, слот дам. Ничего. Не бери. Что-то сделал же. И это всю мусир, я сила. Сила! Сила тебя зовут. Розовый дядька! Иди отсюда. О, там еще и старый дедка пошел. Розовый дядька и старый дедка пришли. Это что тут, драконозавры стоят посередине поля боя. О! Я уехал оттуда, зачем ты кнопку даешь, дядь? У меня репехи даже нет. О, изи-бризи. На, брат, бей. С ноги его, с ноги, с ноги. С ноги кидай ему ногу. Прогиб, проход. Давай, женщина избивает динозавра. И в меня ульт. Ну, конечно. Ну, конечно. Конечно. В меня, да. То есть 4 героя стоит, я поясонку держу. И, конечно, в меня влетает. Ой, боже. Что это за... Я сейчас начну, если курьеров открывать, то вообще забей. Лич просто овощ. Да, понятное дело. Да тут все против меня овощи, да. А так я сам этот, как его? Ножик. Бомж. За меня всегда тащат, я сосу. Этот типочек с саксофоном, да, который якобы саксофон там он. Может, попадался вам в этот шорты, да, в Ютубе, он там тун-тун-бум-бум. Вот это делает какую-то хрень. Вы помните? Что за бред? Добрый вечер. Форфан круто, да, конечно. Форфан, бро, конечно, ты как думал? Да кик его нахрен, я сам затащу. Кик. Он сказал, Тима рак, ливнул. Когда быстрее полетело? Кто полетел? У Люкбек кто-то один взял би, если не Аза. А! Сокомментирует. Да тут племянник сидит, делать ему нечего просто. Школу закрыли на этот... На лето. Два на пять. Ну спасибо, го. Го. Сейчас вам покажу. Два на пять катка. Сало мартретка просто, аль-кукушка. Ты что, думаешь, я не буду убивать, что я законтрю? Охренел, что ли? Массовый телепорт. Да кто юзает? Какой? Вот этот. Просто гений дот. Get on with it. Watch and learn.
Все, продавай нахрен, закупаемся и погнали ломать. Зачем ты юзаешь? Вообще не понимаю. Давай мартретку сюда. Не играет он, смотрит просто. Погнали. Я видел твои видео сильнее, не сильнее. Не сходи с ума, помни, ты гений. Лохения. Да иди. Хорошо. Вич ту Вайолет. Погнали. Все, на общак продаешь, чтобы по-честному было. И погнали, все, 2 на 5, изи. Что си ГГ? 2 на 5, погнали. Глобалку забиндить только, и все. 2 на 5 и поехала. Рошан. Октарин взял. Нафиг он тебе нужен? С таким контролем Октарин точно поможет, дядь. Смотрите, деда в кустах встречу сейчас. А нет. Где там? Тестор. О, вон он. Хин собаки. Здорово. Поехали, паровозик собираем. Ту-ту. Одного и второго. Но у него эта кнопка еще есть. Оу. Поделим. Была бы у меня мана. О, я забыл про глобу. Была бы у меня мана на этот. На РП нет маны на РП просто. Маны на РП хоть нет. Там Аега, в этом проблема. Да я видел, что мы. Да пофиг. Пофиг. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. С БКБ для чего? Ну, БКБ типа стандарт, чтобы там лично, чайник, да, вот это, дестры. Но видишь, типа... Проблема в том, что меня на рипер каждую катку будут тут отправлять сейчас. ХЗ, тут надо сейчас аккуратно, качественно. Нужно атак спид сделать. Чуть надо пофармить, пару фрагов забрать. И в мид выходить. Буб. Да, буб я не жал, брат. А потому что там буб жать? Можно было буб попытаться нажать, но я не жал буб. Сейчас я выйду с рипера, я уже 30 секунд пересидел. Пойдем, подеремся. Чуть-чуть. Из буризы криты, точно, сейчас сделаю, брат. Как скажешь, скорость атаки нахрен не нужна. Буб сделаю. Брат, мне план не нужен, я не курю. Тинкеру агоним бы. Тинкеру контроля бы. Он не умеет контрить на тинкере. Тяжело ему будет. Вот зачем буб я купил. Иди сюда. Сейчас еще по идее один чулобег прибежит. Конченый вижен, я его родственник. Не видно, зацепил я его, не зацепил, непонятно. Но по идее джагу убиваем. Хорошо. Хорошо. Вижен мусорный. Бей.
Да, уже все поняли, Сэп. Хорош. Спасибо. Не согласен с тобой. Го на базу. Хорошо. Почему днем у меня секап не работал? Не знаю. У меня света не было. Фарми вид. Я не хочу за тобой гоняться. Пойдет. КБ минус секунда. В последнее время такие катки часто выпадают. Поехали на базу. Не забывать глобалку надо юзать. Главное, ПТС или игра? Игра, конечно. Нафиг тебе эти ПТС, дядь. Блинк и Т-шку. Блинк Т, блинк Т, блинк Т, блинк Т. Давай, давай, ты простенький. Молодец. Молодец. Ой, там еще кто-то. Я иду. Иду, иду, иду. Кто-то два. Орион, чё копай? Мы Т2 пойдем, они если пойдут Т3. Т3, там есть телепорт, да? Иногда встречаю таких мортеров, собирают 3 Battle Fury. Да это рак, бро. Забей. Это рак, игрок. А чё, не полуют? Ты ж маршами можешь дефить, брат. Их не достану. Джага по-любому на ТП уже ушел. А, нет, вообще не ушел. Да хорош ты, достал еще. Как он достал? Вот отсюда чел достает. Если б я лича зацепил, изначально было бы хорошо. Ладно, тревел ждем. Тревел ждем. Но этот, если честно, долго пересидел, Тинкер. Он мог просто толкнуть линию. Он прогнал, он уже прогнал. Он, по-моему, вторую пачку пошел фармить и не помог. КГ ТП дал бы. Хек, сделай. Пожалуйста. Зачем ты вот это делаешь? Не надо Этериал. Он Этериал купил зачем-то. У него столько денег было. Хекс первый артефакт взял, купил. Дайте мутик Николаю, пожалуйста, в чатике. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. О! Побежали. Гасту сразу. Ага. Маматобр. Тинкеросчиков задушили. Хорошо. Трун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Люди, а какое-то обязательное постоянное разделение на роли в игре есть? Есть. Четверка, пятерка, единица, тройка и так далее.
Конечно, есть, ты чё, дядь? Всегда было. Кулёмано. Сейчас с дедом сломаем тавр. Мюзик ингами, дайте мутик. Еще раз такое напишешь, полетишь в бан. Вот это плохо, что он купил аганим. Это очень плохо. Очень плохо. Так, дефимся. Еще фармим, еще один слот сейчас. Бахнем. Еще один слотик. Дейго. Когда он сдохнет в ульте, да. Рошаны зашли, что ли? А Рош еще нет, будет. Ну что, давайте сделаем. Меня Магнус зовут. Зовут. Давайте сделаем. Поехали. Вард стоит, да? Сегодня банный день. Всех бан. Да не, просто не надо пукать. Я справляюсь с игрой. Незачем там что-то писать. Меня Магнус зовут. Абиссал. ПКБ успеть нажать. Хорошо. Но я сдох тут. Остался бы. Клич. Глиф. Иди сюда, у него ульты нету. Брат, реармни, пожалуйста, и убей его. Ну, у тебя столько времени было, почему ты не реармишь? Реармни, да, и гоу. Он не реармит. Реарми, на базу слетай. Сейчас БКБ будет уже. Ой, ублюдство просто тотальное. Да пойдет. Там-сям. Тудыма-сюдыма. Вверх-вниз. Там Рошан сейчас будет. Я еле кнопки нажимаю, брат. Да я понимаю, что ты еле кнопки нажимаешь. Поэтому это 1x5, наверное, называется, да? Ладно, сейчас будем дефиться всем вот этим отрядом тараканов. То есть в ХГ встань. Маршей просто поставь и все. Хорошо. Это разбить надо. Печально. Ну, и да, ресторь, ману ты. Ресторься. Че ты бегаешь?
Он купил Октарин для чего? Чтобы не реармить ничего? Это же кринж тотальный. Блинк, ТЦ, прыгнул просто, не бойся. Просто убивай. Тинкер этот, это провал. Это просто провал, а не Тинкер. Так, ну этот умер, хрен с ним, пожертвуем. Вообще ничего не жмет. Вот у него сейчас хекс есть, посмотрим, как он хекс расконтривать будет. Это же вообще, наверное, будет собака, улыбака. Погнали сюда. Так, РПХ есть, надо РПХ четко поставить. Все, будет огонь. Давай драться. Че за крип пришел сюда? Так, ну это хорошо. Тинкер сам сможет отпушивать? Как думаете, Тинкер справится с отпушем? Рошан, это плохо. Некр, байбек, это хорошо. Байбека нету. Меня Джага просто вгрызается и очень больно, я не живу в этот момент. Надо Рики чем завардиться. Абиссал пора брать, ребят, по-моему. Давайте Абиссал возьмем. Нужно Абиссал. И Рикимару должен сделать свою задачу. Крысиную. Крысиная задача нужна. Вот это продаешь. Вот это берешь. Отлично. Меня Мэгнус зовут. Сюда. ТП дай. Го, го. Он здесь, он будет пушить до Талова. Ну, твой телепорт нужен. Хекс сразу. О, они по миду идут. Гоу, вот сюда. Гоу, 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 гоу. Реарми и прыгай. Реарми и прыгай, что ты пешком идешь? Господи. Он пешком идет на Тинкере, когда у него реарм 0.7-0.6, там даже секунд кдэшится. Это провал. Хоть самому бери до контри, я хз. Это печально. Да, 2 на 5 катка. Эй, ну дефать надо, дядь! Давай вот так сделаем, короче. Хилку надо разбить. Пошел, меня Мэгнус зовут! Вопросы. Неплохо. Меня Мэгнус зовут. Хорошо. ТП. ТП юзай, дядя. Hello. Hello, motherfucker. Байбек, Джаг. Да хекс, души его. Че там, хелпа надо, дядя, да? Пуш. Пуш, я иду. Я его за башу тоже убью. Хорошо. 100 секунд Джаги не будет. Байбек. Ой, байбек. БКБ есть у меня? Есть БКБ. Умер от каталашки. Маматобр. Ты хитрый. О, я не успел, блин, кануть, прикинь, да? Маматобр. Я без ББ. Бей. Да бей его, у тебя фулмана, ты издеваешься! У тебя фулмана, дядька.
Все, что сложного? Мама Тобор. Меня Мэга зовут. А ливеров контрить нельзя. То есть у меня 7000 золота. И заэрил на себя. Найс, зафидил. Так. Хорошо, я деф. Меня Магнус зовут. Ой, печалька. Ну еще 20 секунд целых. Еще 20 секунд. Рики. Опа, все в пятером. Хорош. Не подставляется. Ой-ой-ой, я думал, сейчас зацеплю. Хорошо. Где Тинкер там? Че так долго? Хорошо. Жесть. Да дай мне! Души его. Пойдет. Изикатка. Not bad. 6, 6, 6, 6, 5. ГГ. Вот это я понимаю, кутка.